Доброе утро, дорогие друзья. Наша программа продолжается. Не так давно Екатеринбург пережил ночь музеев. Предстоит пережить теперь еще и ночь музыки в Екатеринбурге, потому что стартует проект «Урал Music Night». У нас в гостях участники этого проекта, замечательный дуэт с великолепным названием «МЖ-дуо». Доброе утро, ребята. Доброе утро. Привет. Ну, вы совсем недавно были у нас в гостях. Мне кажется, не прошло и 2 месяцев. Что изменилось у вас в коллективе за это время? Какие планы реализованы, может быть, настроили уже чего-то нового? Ну, состав не изменился, как вы видите. Это радует. Не развелись еще, да. Хорошо. Да. Вот, у нас появились новое видео у нас вышло. Снимается скоро еще одно, выйдет на новый кавер. Ну, у нас появились, наконец, авторские вещи в работе. Мы начинаем записывать. Да? Ну, значит, ровно через 2 месяца ждем вас со своими авторскими вещами у нас в студии. Кстати, да, а эти вещи прозвучат в проекте ночной музыки Екатеринбурга? Ну, я думаю, что одна точно возможно. Может прозвучать. Да. Ну, давайте тогда и поговорим как раз об этом проекте «Урал Music Night». Он проводится в городе Екатеринбурге впервые в этом году. Расскажите, как решили участвовать, почему, зачем? На самом деле поступило предложение, как обычно бывает, довольно неожиданно. Вот. Что можно сказать о проекте? Евгений Львович Екатеринбург, гениальный руководитель. Он просто объединил музыкантов. Он решил не дать спать городу, да? Совершенно верно. 42 площадки, представляете? 42 площадки. Да. Это на данный момент, они будут расти еще. То есть количество постепенно увеличивается. А площадки будут иметь какую-то градацию? Там молодые музыканты, не очень молодые. Музыканты старой школы, музыканты рока там какие-то. Как будет подразделение. Да. Основная доля будет молодых музыкантов все-таки. Да, но будут и площадки с мастодонтами. Ну, я понимаю, что это будут какие-то центральные площадки с мастодонтами. Центровые. Куда можно прийти. Да. Вы к какой категории относитесь? А, к мастодонтам. Ну, уже мастодонты. Чтобы успеть построить планы на Урал Music Night на 26 июня, вы будете слушать музыкантов здесь, в нашей студии. Ну и вот один из этих дуэтов, который будет выступать 26 числа, прямо сейчас готов исполнить замечательную песню специально для вас. Like the legend of the phoenix, our eyes were beginning. What gives the blood a spreading? The force from the beginning. We come too far to give up who we are. So let's read a bar and our cars to the star. She's up all night to the sun. I'm up all night to get time. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. What up all night to the sun. What up all night to get time. What up all night for good fun. What up all night to get lucky. 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 Get lucky. Get lucky. Get lucky. The present has no rhythm. Who gives and keeps on giving. What is this I'm feeling? You found the lip I'm waiting. We come too far to give up who we are. So let's read and buy. Hand our cards to the star. Yeah. She's up all night to get time. She's up all night to the sun. I'm up all night to get time. I'm up all night to get lucky. What up all night to get time. What up all night for good fun. What up all night to the sun. What up all night to get lucky. 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 What up all night to get. What up all night to get. We come too far to give up who we are. So let's read a bar and no cups to the star. She's up on it.
to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Wet up all night to the sun. Wet up all night to get some. Wet up all night for good fun. Wet up all night to get lucky. 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 Огромное спасибо дуэту МЖ-дуо Николаю и Оксане Архиреевым за потрясающее настроение, которое они привнесли в Утро ТВ. Ну, наше настроение продолжит программа «События». Узнаем о последних новостях в Свердловской области.